Наше предприятие открылось осенью прошлого года. И на сегодняшний день выпускает продукцию для быстро возводимых зданий. На сегодняшний день выпуск производства составляет порядка 700-800 тонн в месяц. И в перспективах до Нового года выйти на объем до 1000 тонн в месяц. Коллектив у нас весь молодой. Основная задача – создать коллектив единомышленников, то есть чтобы у всех была одна единая цель – это безопасное производство современных металлоконструкций. Для рабочих, для ИТРов есть перспективы роста. Как-то из маляров, из простых рабочих у нас вырастает до мастеров, до начальников участков за 5-6-7 месяцев. То есть это факты. Завод оснащен современнейшим импортным оборудованием по обработке металла, по сварке листа, по сварке самих металлоконструкций. Обеспечена безопасность проведения работ и контроль ОТК за самим процессом. Заказчиками нашей продукции являются предприятия нефтегазового сектора, промышленные предприятия и крупные холдинги по всей России. Это и Север, Санкт-Петербург, Москва. Да, мы именно создаем команду, чтобы каждый понимал задачу и видел в процессе ее решения свою роль и осознавал ее. Ну, естественно, чтобы мы могли и оценить, и соответствующим образом произвести вознаграждение. То есть мы ценим своих работников. Вопрос, что любой профессионал у нас найдет свое место.